Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что? Что? Ну как? Консервы килька, консервы судак. Так и живете? Как? Ну так. Ну как? Ну так. Ну работать-то надо. Работа. Разве это работа? На чем же не работа? Я не меньше других получаю. 70 в месяц. Разве это деньги? А, Буран, разве это деньги? Нам можно и сотни, и полторы. Понятно. Дебет, кредит до первого ревизора. Они сюда не поедут. Поедут? Нет. А вот вы, наверное, больше получаете, что в рваных пиджаках ходите. Рваный. Надо зашивать. Давайте я зашью. Далее. Ну, давайте. Ну, зашей. А вот мы, например, с Семен Семеновичем, по Бестаю ходили, серебро нашли. Вот это деньги. Так это же не ваше. Неважно. Я приезжаю в любой город, даю телеграмму. Высылайте 100 рублей. Исходы высылают. А надо. И ты еще вышел. Так это же казенные. Ну и что? Для работы. Ну ладно, давай колбасу, пиво. Давай. Ну и что ты на меня так смотришь? М? Ты на меня не смотри. Геологи народ ненадежный. Сегодня я здесь, а завтра я, может быть, на Камчатке. И потом мала ты еще. Так что ты на моей дороге не встречайся, поняла? Поняла. Ну. Гитару! Возьмите гитару. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Телеграмма не получили позавчера. К концу унося. Седоков. День, два, то, сё. Значит, время другое. Машины в разъезде, да? Но счастье, как ну, отсел три дня. Значит, завтра будут они за нами. И в погоню летим. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Убегающим след. Сиди, сиди у камина. Сиди. Я вам пиджак принесла.